Конфликт известных хоккеистов поставил под угрозу завтрашний матч между Донбассом и Салаватом Юлаевым. Нападающий украинской сборной Сергей Варламов подрался с одноклубником Михаилом Анисиным. Обоих известных спортсменов доставили в больницу, но и там знаменитые хоккеисты не сразу успокоились. Алсу Зарипова передает с места событий. Сейчас один из ведущих хоккеистов Украины, Сергей Варламов, находится здесь, в Уфимской городской больнице номер 21. Он госпитализирован. По предварительным данным врачей, у спортсмена тяжелая черепно-мозговая травма. Сюда его доставили вместе с еще одним игроком команды «Донбасс» Михаилом Анисиным. По тем данным, которые стали нам известны, оба спортсмена находились в гостинице, и между ними произошла стычка. Они подрались, и вот можно на кадрах увидеть состояние одного из них, Михаил Анисин. Лицо Михаила Анисина в гематомах. Он, по словам врачей, находится в сильном алкогольном опьянении и крайне агрессивен, так что даже медикам с трудом удавалось его сдерживать. Команда «Донбасс» приехала в Уфу на матч с Салаватом Юлаевым. Он должен состояться уже завтра вечером. И Анисин, и Варламов являются ведущими игроками своей команды. И несмотря на то, что врачи еще не поставили окончательные диагнозы, состояние спортсменов до конца неизвестно, начальник команды Юрий Несоленый сообщил, что оба игрока выйдут уже завтра на лед. Сейчас завтра утром поднимется на раскатку и вечером на игру. То есть думаете, что завтра будут играть? Конечно. С травмой черепа? Да. У нас же все играют с травмами черепа, понимаете? И тут же вот у меня после трепанации я нормально вылежу. Пока Сергей Варламов проходит обследование, Михаила Анисина отпустили домой. От госпитализации он отказался. Алсу Зарипова, Марат Кашапов, НТВ, Башкортостан.